Следующая песня у нас название «Кокарда». Это остросоциальный такой у нас дачный фольклор. Лилия Павловна сдала генерала, потратила годы на благоустройство и благоустроилась очень неплохо. Сдала генерала Лилия Павловна, на ней была Волга, квартира 100 метров, сын Миша отличник и даже, конечно, Георгий Васильевич вполне состоялся, была педагогом. Лидия Павловна, его звали Жоржи, на старте карьеры, в рассвете карьеры, Георгий Васильевич. А Лидия Павловна звали Лидия Павловна только на старте. Лидия Павловна, на школьные дети ее не любили и звали Кокарда, обидное имя. Шутили по цеху Кокардою тоже. Построил колодец и баню, парник и домище, который влезл рода кавалеристов, включая животных. Лидия Павловна сперва возражала, мол, надо скромнее, но после привыкла, жила в этом доме и много к чему, потом также привыкла. Кокарда, и делаю нету, что ли?
прощаться.